Всем привет, друзья! В этом видео смотрите, как нарисовать песочные часы по клеточкам. Чтобы нарисовать этот рисунок по клеточкам, понадобится два фломастера. Черный и желтый. Если вы хотите рисовать без черного фломастера, можно черный заменить на серый. Рисуем внизу один из клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь слева от второй клеточки добавляем еще 3 клеточки вверх. 1, 2, 3. И справа от 10 тоже 3 клеточки вверх добавляем. Теперь слева рисуем 3 клеточки вверх лесенкой. И справа точно так же. 3 клеточки вверх, тоже лесенкой. От верхней клеточки добавляем еще одну вверх. Получится 2. И здесь точно так же. Еще одну вверх, чтобы получилось 2. Теперь снова рисуем 3 клеточки вверх лесенкой. Здесь рисуем вправо 1, 2, 3. А здесь влево 1, 2, 3. Теперь здесь от верхней добавляем еще 3, чтобы получилось 4 вверх. И здесь точно так же, с правой стороны, 3 клеточки вверх еще. Получится по 4. Верхние клеточки соединяем. Еще добавим, как здесь, одну слева, вторую справа. Теперь берем желтый. Повторю, что контуры можно рисовать и серым фломастером вместо черного. Пропускаем снизу здесь одну клеточку и дальше 5. 1, 2, 3, 4, 5. Справа тоже одна пропущенная остается. Теперь сверху 3. И еще одну на следующем ряду вверху. Теперь здесь рисуем от этой клеточки. Одну пропускаем вправо, 3 рисуем. И здесь добавляем одну клеточку. Песочные часы по клеточкам нарисованы.